Привет, дорогие друзья! Hello, my friends! Вы увидели, какой у нас крутой сегодня снова мега-выпуск? И гигантская кукла-единорожка Лол! И крутой набор Лол Surprise капсулы вертолет! И маленькие сестрички декодерные, военный Лол! И капсула Лол! Еще одна! Какая-то баночка и ФНАФ! Целая гора сюрпризов! Это копии шариков Лол. Китайцы снова нас решили удивить и сделали много копий. И мы сегодня с вами их рассмотрим. Чтобы не пропускать такие крутые видео, нажимай subscribe, подписаться, колокольчик. Чтобы не пропускать такие крутые распаковки, пиши много комментариев. Лучше я пролайкаю. И начинаем просмотр. Сегодняшний мега выпуск с вот такой баночки Лол Surprise. Красная планта с каким-то лимонадом. У нас такие же были баночки в выпусках. Возможно, что-то здесь новое. Мы сейчас проверим вместе с вами, поменялось ли что-то или нет. Так, баночку открыли. Можно мне потом хранить аксессуары от кукол и все, что можно. Так, смотрим. Здесь вот такая рубашечка, юбочка. Ботинок нету, друзья. Так. И второй пакетик открываем. Тоже будет здесь. Вот такая вот бутылочка белая с зеленым. Сама кукла. Ботинок. Так мы и не нашли, друзья. Кукла у нас босоногая. Так, руки вверх она подняла, сдается. Нам подделка. Руки как-то заклеили, что вообще не крутятся. О, еле-еле прям прокрутил. Сейчас, ну, потом нормально крутится. Первый раз очень сложно. Голова мягкая, куколка плеваться будет. Рот не забыли прорезать и губы нарисовали на бородышке. Ну что сказать, китайцы в своем репертуаре, друзья. Пиши комментарии китайцам, чтобы они увидели и делали хорошие куколки. Пиши прямо внизу в комментариях. Хэштег «Делайте хорошие куклы». Ну, они уже есть, оригинал. Покупайте их и будет счастье вам. А мы открываем вот такие, смотрим, какие же бывают всякие разные. Итак, одеваем юбку. Опс. И вот так кукла у нас выглядит в своем наряде со своей бутылкой из банки. Лол Surprise. Первая найдена. Друзья, продолжаем. Кто у нас там следующий? Давайте вот эту капсулу откроем. Какой-то мистер гифт, Лол Surprise, копия какая-то разноцветная. Что же будет в ней? Оп! И на коробке нарисованы куколки, и мальчики, и девочки. Очень интересно, что ж там нам китайцы в этот раз положили. Так, сейчас, так. И следующий слойчик. Джинс. Снимаем светилку, и она сразу мигает. Так, высыпаем все из капсулы, что там у нас есть. И смотрим. Она действительно мигает. Выключим ее пока. Чик. Чик. Отсеки все смотрим. Больше ничего нету. Так, здесь какая-то картонка выпала. И одежда картонная. Так, давайте вынимаем. Здесь у нас какие-то аксессуары, но обычно в таких розовых пакетиках всякая ненужная попадается штукенция. Вот такие ушки собачки или зайки. Попробуем их потом померить. Бутылка жесткая. Ну, больше как аксессуар такой. Но играть ей нельзя. Она жесткая. Поить куколку. Красные ботинки. Так. Что здесь еще у нас? Есть сумочка вот такая. Розовенькая. Так, и сама куколка. Так, давайте ее посмотрим. И одежда еще. Так, нам попалась синеглазка. Смотрите, какая она. Черные волосы, прям такие классные у нее бубенчики. Так, ручки, ножки вертятся. Так, одеваем платье такое прозрачное, фиолетовое. Тут фиолетово, розовое, оранжевое. Оно, кстати, поменяет цвет. И одеваем ботинки. Но ботинки что-то явно великоваты. Да, они даже на ноге не держатся. Да.
И давайте посмотрим, какие будут эти украшения на ней смотреться. Ну, это просто очередная китайская жесть. Смотрите, как ей сминает голову. Так что не будем даже пробовать. Но куколка, у нее еще дырочки в глазках. Плеваться точно будет. И платье меняет цвет. Это не может даже плеваться, ничего не сшей рот не прорезали. В общем, китайцы в своем репертуаре, друзья. Так, давайте откроем такой военный лоу следом. Такие сегодня сюрпризы, все разные. Миксики. Все уже, наверное, соскучились, да, друзья, по мега-выпускам всяким. Вот сегодня открываем много сюрпризов. Так. Такой вот сюрприз. Слои такие прям яркие, военные. И открываем сюрпризик. Так, что у нас здесь? У нас вкладыш вот такой. Lil Sisters вообще, зачем он тут? Wow, surprise, похож на вторую волну. Держатель, бутылочка. Бутылочка, кстати, очень качественная для копии. Мягкая, сверху жесткая и ровно приклеена. Так, в пакете у нас платье. Так, смотрим на него. Такое платье, что плоское какое-то, друзья. Так. Там еще какая-то резинка лежит, друзья. Зачем она? Платье, возможно, держать. А, смотрите, трубочка. Возможно, кукла будет писаться даже, когда вы будете купать ее. Но из-за этого голова вообще не одевается. Но кое-как получилось. Голова очень мягкая. Кукла будет классно плеваться. Ручки и ножки куклы очень хорошо двигаются. Несмотря, что она подделка. Потому что не у всех так происходит. Так, платье кое-как получилось одеть. И вот так оно выглядит. Довольно-таки неплохо, но сзади вот так. Самое веселое, смотрите, здесь еще лупа. Подсказка, что там нам наклали. Так, алмаз, клевер, снежинка, конфета и корона. И самое веселое, что зачем сюда вот, друзья, положили вот эту резинку. Чтобы платье, что ли, держалось? Да, ну-ка давай попробуем. Тик-тик-тик-тик-тик. Видно, если платье не будет держаться, вот так вон от резинкой примотать. Да, еще вот такие вот сапожки. Сапожки прикольные, такие высокие, яркие. Цвет верхней части платья выглядит красивенько. Смотрите. И бутылка действительно очень крутая. Мне нравится. Очень похоже на оригинал. Ну, такая кукла в военном шаре попалась. Симпатичка. Так. Давайте откроем необычный сюрприз Фредди. Кто-то просил их открыть. Вот, пожалуйста, получайте. Так. Смотрим. Первый слой. Второй. И здесь внутри покебол, друзья. Здесь написано даже low surprise китайцы. Такие у нас. Все, что тут нам попалось. Держатель есть. И нам попался вот такой вот персонаж. Поиграем с вами в игру. Обязательно пишите в комментариях, как зовут этого персонажа. Но, по-моему, первая буква слова имени М, да, друзья? Или я что-то неправильно говорю. Пиши обязательно в комментариях, как его зовут. Его можно использовать как прилодчик. Ну, к лол, как мы поняли, он никак не относится. Следующий у нас сюрпризик. Вот такая маленькая сестричка. Очень они прикольные, вот эти декодерные сестрички маленькие. Не всегда нравится их открывать, но они не все такие, друзья. Не все классные. Даже на коробке есть послания, сердечки, надписи «Открой меня, секрет внутри», «Сон» и так далее. Даже вся коробка разными надписями расписана. Ну, о чем говорит, что это хорошая копия. Так. Так-с. Тоже какие-то есть послания. Сон. Так, открываем. И сердечки на шарике. Через лупу тоже все видны. Очень красивый золотой шар. Что же там будет внутри? Так, много аксессуаров, как мы видим. Все как положено. Так, вот так опустим. Вот такой вот вкладыш здесь.
сразу видим подсказку. Так, и у нас тут пчела и лампа электрическая. И вот такая коллекция Lowell Sisters перед нами, декодерная. Так, лупа еще была вот здесь. И этого шарика. Так, в этом пакете у нас держатель для шара. Так. Здесь что у нас? Что-то маленькое. А здесь вот такое вот украшение у нас. Кварточек. Так, смс-ки приходят всякие. Так, это сама кукла. А здесь что есть? Похоже, друзья. Сумочка. Банановая. Ух ты, какая красивая. Смотрите. Очень тоже похоже на оригинальную. По качеству достаточно хорошая прорисовка и форма. Мне нравится. И открываем саму куколку. Тоже нам попадется, друзья. Ух ты, такая милаха. Вы только посмотрите на нее. Очень мягкая голова у нее. Прорисовка отличнейшая. Для копий прям, ну действительно, вот сколько я таких шариков не открывал, мне они очень нравятся. И вот такой у нее фарточек. Очень красивая, милая кукла. Чтобы она не потерялась, мы засунем ее в сумочку. По мне, так одна из лучших пока что куколок. Если ты тоже так считаешь, напиши об этом в комментариях. Так, друзья, смотрим дальше. Вот такая вот у нас капсула еще есть. Они тоже очень классные. Если вы смотрите мой канал, вы должны это знать. Так, хотя это не точно. Потому что бывают они всегда разные. Она оранжевая какая-то внутри. Давайте смотреть, что попадется в ней. Здесь иногда попадаются очень красивые куклы. Волосатые, с масками. Мне они очень нравятся. Посмотрим, что сегодня нас здесь ожидает. Так, у нас выпал такие коды, подсказка. Давайте посмотрим, что на ней. Почта, пирамиды египетские. Коды непонятно зачем, но капсулу видно положили. Вот такие кодики. Вкладыш. Вот такой вот Underwaps. И сама кукла лежит у нас вот в таком большом-пребольшом пакете. Вау, по-моему, там очень красивая кукла нам попалась. Сейчас мы это проверим. Так, отодвинем вот этих, чтобы они не мешались. Вы только посмотрите, сколько там всего у нас в этой пакете в этом. Так, все, я высыпал. Давайте разглядывать. Давайте сразу соберем куклу, потом вам покажу аксессуары. Кукла светится, друзья, здесь есть кнопка. Ну, она что-то криво как-то стоит. Видно какой-то брак. А, не, вот, все нормально светится. Ручки двигаются, ножки тоже. Вот такая кукла нам попалась. Загорелая. Очень прикольно, белые волосы. И у нее еще очень классный такой парик. Только посмотрите, какая шевелюра. Очень крутая. Мне нравится. Как вам, друзья? И вот она вот так выглядит в своем крутом паричке. Так, вот такое еще украшение у нее есть. Диадемка ангелочка. Вот такое перышко. И вот ее весь наряд. Так, друзья, но почему-то маски в этот раз нету. Просто кукла. Маска либо осталась в пакете. Давайте еще раз проверим. Нет, в пакете маски нет, друзья. Видно, в этот раз ее положить забыли. Но, если вы смотрели видео, бывают еще такие прикольные маски. Но кукла все равно очень красивая. Без маски тоже. И одежда такая тонкая у нее. И силикона, и не резина. Довольно-таки приятная. На ощупь и хорошо одевается. Так, одеваем ее трусишки. Одеваем ботиночки. Чик. И чик. И вот все аксессуары. Еще бутылка. Очень красивая куколка попалась в этой капсуле, да, друзья? А ты пока что идет выпуск. Выбирай себе самую красивую куклу из этого выпуска и обязательно пиши в комментариях внизу, кто тебе сегодня больше всех понравился.
мы открыли с вами все сюрпризы, которые хотела вам показать сегодняшние в этом мега-выпуске. Сейчас будем раскрывать крутой набор с вертолетом и гигантскую куклу. Друзья, чтобы вы понимали масштабы и размеры этой куклы, я вам рядом положу вот эту куклу. Вот только посмотрите размер коробки и размер этой куклы. Действительно, кукла-гигант, друзья. Такое еще надо поискать. А помимо того, она еще и единорожка, друзья. Только посмотрите на эту красивую коробку Unicorn Flowers. Возможно, еще даже не будут волосы пахнуть цветами. Сейчас мы это проверим. Так. Достаем нашу гигантскую куклу единорожку. И давайте ее распакуем сначала. Так, она держится здесь каблучком. А здесь какие-то две такие штучки. Застежечки. Сейчас мы их попробуем вынуть. Так. Не хочет. Все, получилось. Так, вынимаем ее. Оп. Да, действительно, куколка пахнет какими-то цветами и вкусностями, друзья. Так, одна защелка у нас почему-то в волосах запуталась. Как так ее проплетали, непонятно. Все, наконец-то мы освободили нашу куклу. Давайте эту коробочку поставим здесь. Наша очень красивенькая, мне нравится. Так, как ее посадить в кадр? Давайте вот посажу вам рядом двух кукол, и вы поймете размер. Она очень красивая, друзья, посмотрите. Какая у нее детализация красивая. Очень красивые волосы, есть рог. Очень красивая коса заплетенная. Также у нее ноги не просто длинные, а их можно двигать туда-обратно и посадить куколку в какой-нибудь игре на стул, например. Так, что еще наша кукла умеет делать? Так, с ручки посмотрим. Ручки тоже, смотрите, вот так двигаются. И вот так, по-всякому, как хотите. Голова тоже крутится, мягкая, но плеваться куколка не будет, потому что у нее нет такой способности. Кукла действительно очень гигантская, даже не помещается мне в кадр. Попробую вот так поднять. И вот так, и то не помещается, друзья, вот. Только вот боком, либо лежа. И вот, какая обычная кукла, ей даже по колено не залазит. Не снимается еще вот эти ее сапожки классные. И платье. Написано LOL. Классная кукла. Если вы любите куколок LOL, думаю, вам она тоже очень понравилась. Кстати, вы за нее тоже можете проголосовать. В этом выпуске у нас голосование за самый лучший сюрприз в комментариях. Так что не забывайте это, делайте и голосуйте. Мы ее оставим вот здесь в кадре. Пускай сидит. И ее маленькую сестричку даже можно назвать, хотя она не маленькая. И открываем вот такой супер набор LOL Surprise High Girls вертолетная пати. Назовем его так, друзья. Так, High Girls, LOL. Вот такой наборчик. Так, что ж там будет, друзья? Вам интересно? Так, давайте смотрим. Так. Опс. Достали коробочку. И здесь вот такая подставка для вертолета. Видно, катать куколок LOL в виде кроватки какой-то. Так, дальше открываем. Вот такой вертолет LOL. Сюрприз. Так, и видно, сам в этой капсулке прячется либо штурман этого вертолетика, либо пилот, либо пассажир. Так, забавненько. Так, смотрим. Вертолетик, пропеллер крутится. Здесь наклейка LOL светофорчик. LOL Surprise, LOL Surprise. Так, как кабина открывается. Вот так вот. И внутри кабины вот такие вот стикеры. Так, сейчас. Вот. Покажу вам. Так, LOL Surprise уже почему-то отклеен. И, как я понял, он наклеен сюда. Это нам показали, что мы можем вот эти все стикеры наклеить на вертолет, друзья. Прикольно. Так. И сюда можно также посадить куколку и покатать. Но мы сейчас посмотрим, что в капсуле, и потом еще прицеп попробуем прицепить для вертолета. Давайте смотреть, что же в капсуле. Так, пробуем ее открывать. Здесь у нас
необычная кукла для Fireballs нарисована. Слой очень хорошо снялся, даже странно. Вот такая необычная персиковая капсулка здесь. И внутри у нее сюрпризы. Есть такое зеркальце, как в Fireballs. Здесь кодики. И смотрим на куклу, кто ж тут будет, друзья. Да, действительно, друзья, куколка волосатенькая, как и обещали, голова мягкая. Платье у нее есть, вот такое вот. Тельце и бутылочка. Давайте же ее соберем. Так, раз. Так, два. Так, не хочет, но платье, кстати, нормально. Такое прям толстенькое, силиконовое. Хорошо одевается, просто что-то не получается. А так выглядит хорошо, но качественно. Бывает намного хуже. Так, вертолетчица. У нас вот такая пилот вертолета. Почему она в обычной униформе, непонятно. Надо какой-нибудь, наверное, специальный полетный костюм. Но... возможно, ее похищают из вертолета. Какая-нибудь Леди Баг, например, Лол, да? И не должна она. Я так понял, да, она просто такая спит, а ее вертолетом. Сейчас попробуем. Похищаем куколку Лол. Так, как она тут зацепляется? Вот так зацепляется. Включаем винты. И полетели. Прикольно. Друзья, можно в очень интересную игру с куклами играть. За руль посадить какого-нибудь героя, того же злого мальчика, панпоя там, и обыграть очень классный мульт. Вот такой вот. Выглядит очень прикольно, друзья. Смотрите как. И также мы сейчас попробуем в кабину посадить. В куколку залезет, интересно. Ну, как-то так, друзья. Не особо она хочет туда залазить. Попробуем. Как-то вот так. Я ушатала. Ну, вот так как-то и полетали. Так, разбираем наш набор. Кукла прям сидишь и прям отсюда ее пахнет цветами. В общем, друзья, мы открыли гигантское количество всем сюрпризов. Гигантскую куклу, супер крутой набор, вертолет. Посмотрели, что в нем. Куколка тоже очень гигантская, классная. И коллекция единорожек, пополнение, такое у меня гигантская куколка. Также мы открыли очень много всем сюрпризов. Пиши в комментарии, какой тебе больше всего понравился. Подписывайся на канал, с вас пальчики вверх, подписка, колокольчик и комментарий. Самый лучший, я лайк на сердечко. Всем пока-пока, до новых встреч, goodbye, my friends!